Хотелось бы рассказать о нашем опыте лечения больных немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Ну, рак мочевого пузыря, в общем-то, какими-то лидерскими позициями в эпидемиологии не отличается. Единственное, что больше 30% людей, заболевших, выявленных с раком мочевого пузыря, они погибнут от этого заболевания. Мы знаем о том, что при первичной диагностике порядка 75-85% опухолей относятся к раку мочевого пузыря без инвазии в мышечный слой. В целом это гетерогенная группа опухолей с различной частотой рецидивирования и дальнейшего прогрессирования с инвазией в мышечный слой. Возможно, рецидивы в течение первого года после проведенного лечения колеблются от 15 до 70% и вероятность прогрессии от 7 до 40%. Для раннего выявления мы организуем целый комплекс мероприятий, что делает наше заболевание достаточно дорогостоящим. Ну и мы гордимся, что стоимость лечения, в общем-то, превышает стоимость лечения и наблюдения других опухолей, других локализаций. У нас есть оценочные таблицы, которые позволяют нам отнести вот рак мочевого пузыря к различным группам рецидива, риска рецидива и прогрессии. Эти таблицы обладают определенной критикой, они создавались в те времена, когда не проводилась внутрипузырная БЦЖ-терапия, когда отсутствовали различные генетические маркеры и характеристики опухолей. Если так говорить и оценивать, то все лечение немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, оно направлено на сохранение органа и направлено на снижение рецидивов, количества рецидивов и прогрессии. Для этого различные применяются интраоперационные процедуры, это фотодинамическая диагностика, лучшая визуализация опухоли N-блок, резекция мочевого пузыря, лазеры, биполяры, фотодинамическая терапия. На самом деле очень сильно еще имеет значение индивидуальные навыки и характеристики хирурга, его хирургический темперамент. В раннем послеоперационном периоде мы направлены на предотвращение имплантации опухолевых клеток в мочевой пузырь. Мы выполняем контрольные трансуретральные резекции мочевого пузыря, применяем внутрипузырное лечение, системное лечение. Но в целом в основе, конечно, хорошего качественного лечения, безусловно, лежит хорошо организованный контроль за больными. Ну, так скажем, большие цифры – это статистика, а смерть одного человека – это трагедия. Да? То есть на самом деле это рак мочевого пузыря, даже мышечно-неинвазивный, иногда заканчивается неблагоприятным исходом. Человек погибает от метастазирования, при этом локально у него все хорошо и благоприятно. ВСЖ-терапия известна давно, то есть в 1976 году была опубликована статья «Моралес о применении вакцины БЦЖ в 9 случаях лечения пациентов с раком мочевого пузыря». Надо сказать, что в этот период вакцина БЦЖ она использовалась широко в лечении рака других локализаций при благоприятном исходе. Но сегодня мы хотели оценить эффективность и безопасность применения вакцины БЦЖ в лечении больных немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря в условиях нашей клиники. Всего вот с 2017-2022 году пролечено 262 пациента, из них с первично установленным диагнозом 235 пациентов, с рецидивами рака мочевого пузыря 27 пациентов. Выполнено 359 трансуретральных резекций мочевого пузыря, в том числе контрольных трансуретральных резекций 52, по поводу рецидива опухоли 47 трансуретральных резекций мочевого пузыря. Контрольные трансуретральные резекции мочевого пузыря были выполнены у 22% пациентов. Наличие остаточной опухоли при контрольной трансуретральной резекции было выявлено у 11 пациентов или 21% пациентов. БЦЖ-терапию выполняли вакцины ImmuneVac 100 мг, индукционный курс 6 еженедельных внутрипузырных введений, поддерживающий курс либо один раз в месяц или один в течение года, или один раз в 3 месяца в течение каждые 3 месяца, 3 еженедельных введения каждые 3 месяца. Введение осуществлялось амбулаторно, для введения использовали катетер 10 шарьер у мужчин и 6-8 шарьер у женщин. Для контроля за рецидивом также выполняли видеоцистоскопию каждые 3 месяца, первые 2 года, затем один раз в 6 месяцев, после 5 лет ежегодно. При выявлении рецидива выполняли трансуретральную резекцию мочевого пузыря с последующим повторным индукционным курсом вакцины БЦЖ. При рецидиве после повторной БЦЖ-терапии часть больных у нас участвовала в клинических исследованиях. Прогрессирования в нашем случае не было, поэтому какую-то тактику при прогрессировании мы
не применяли. Поэтому мы сейчас оцениваем, для выступления мы оценивали эффективность, количество рецидивов, повторное лечение и безопасность проведения терапии. Всего БЦЖ-терапия была проведена у 74 человек или 28% из 260 пролеченных больных. Первичные пациенты из группы с высоким риском рецидива и прогрессии и часть больным с промежуточным риском. Всего 42 пациента или 56% больных. А также проводилось лечение у 32 больных или 43% при рецидивах опухоли, в том числе и пролеченных в других лечебных учреждениях. Количество рецидивов колебалось от 1 до 16 раз, при этом преобладало, в общем-то, показатели 3-4 рецидива до начала БЦЖ-терапии. Эти пациенты ранее получали какое-либо лечение дополнительное к трансуретральной резекции, однократная внутрипузырная химиотерапия, доксирубицин внутрипузырный, цисплатин внутрипузырный, проводилось в том числе и системное лечение. Эффективность БЦЖ-терапии всего проведено 74, пролечено 74 пациента, без рецидива после лечения эффективность была достигнута 89%, один рецидив у 6,8% пациентов, два рецидива у 3% больных и три рецидива у одного пациента. Если говорить про побочные эффекты, безусловно, эта терапия обладает массой побочных эффектов, то есть это различные дизурические явления, болезненное мочеиспускание, частое мочеиспускание, гематурия. Ну, достаточно редко это повышение температуры тела, системные проявления, хотя тоже это бывало. В целом эти явления, болезненное, частое, гематурия и повышение температуры тела характеризовались достаточно благоприятным течением, и они самостоятельно проходили, то есть течение 1-2, ну, край 3 дней. Очень сильно настораживала тенденция к снижению емкости мочевого пузыря, то есть это пациенты мочились малыми порциями без отсутствия эффекта от проводимого лечения. Потребность в антибактериальной терапии у нас возникла, в общем-то, при индукционном курсе в 14% случаев, при поддерживающей терапии в 6% случаев. Мы прекратили лечение из-за развития побочных эффектов у 5 пациентов при индукционном курсе, у 4% в процессе поддерживающей терапии. Таким образом, эффективность индукционного и поддерживающего курса БЦЖ-терапии составила у нас 89,2%, у первичных пациентов 92%, у пациентов с рецидивами 84%. Развитие БЦЖ-рецидивов мы наблюдали в 10% случаев, развитие БЦЖ-рефрактарности 1 пациента, непереносимость БЦЖ-терапии, потребовавшая отмены лечения, составила 12%. Мы не наблюдали прогрессию у своих пациентов, и цистектомия в этой группе пациентов не выполнялась. Клинический пример, в общем-то, так, если его кратко зачитывать, то это мужчина, который в 2018 году была выявлена опухоль мочевого пузыря, трансуретральная резекция, в марте трансуретральная резекция, в ноябре трансуретральная резекция, то есть проведена внутрипузырная химиотерапия митомицином С, обратился к нам в 2020 году, при первичном обращении опухоли не было выявлено, наблюдение через 3 месяца при цистоскопии 3 рецидивных опухоли, трансуретральная резекция плюс индукционный курс БЦЖ-терапии, единичная мелкая опухоль до 5 мм в мочевом пузыре. Повторный курс БЦЖ-терапии после трансуретральной резекции 6 еженедельных вливаний. При контрольной цистоскопии через 3 месяца опухоли нет. Проводилась поддерживающая БЦЖ-терапия. Через 3 месяца опять несколько ворсинчатых опухолей. В январе 2011 года трансуретральная резекция мочевого пузыря. Мышечно-неинвазивный рак. Участвовал пациент в программе клинических исследований. На фоне проведения клинических исследований опять рецидив, исключен был из программы. Опять трансуретральная резекция. С следующим опять повторным проведением индукционного и поддерживающих курсов БЦЖ-терапии. В настоящее время БЦЖ-терапия, в общем-то, прекращена. Данных за рецидив у этого пациента нет. Благодарю за внимание.